Около северной границы Баварии, у города Кобург, мы обнаруживаем огромную крепость под названием Корона Франконии. Гигантская крепость Кобурга отпугивала потенциальных агрессоров. Разводные железные ворота, эркеры, тройное каменное кольцо стен толщиной в несколько метров – все это делало крепость неприступной. Немало военачальников укоротило свои амбиции у ее стен. В одной из башен в 1530 году нашел убежище Мартин Лютер. На городском рынке с постамента взирает герцог Альберт Саксон-Кобург-Готский, любимый супруг легендарной английской королевы Виктории. Альберт был вторым сыном Эрнеста I, который жил в замке Эренбург. В стенах замка сохранились покои, специально приготовленные для визита английской королевы. Та почтила Кобург своим присутствием по случаю открытия памятника супругу. Жители Кобурга поразительно легко вступали в родство с самыми могущественными семьями Европы. Через зубцы крепостной стены видна соседняя Тюрингия.